честно говоря, вообще я забыла, как и куда я пришла, потому что здесь нету художественных мест. И здесь реконструируется. И вообще, честно говоря, даже не знаю, как выйти на красивый вид, не затронув плохие виды. Поэтому сейчас я выключусь, а потом еще раз как-нибудь вам включу. Так, приближение. Я опять забыла, как работает. При солнечном свете, ну, вроде получилось. Здесь такое солнце зашло, что и вообще ничего не видно. Кроме солнца. И тем более, что я вообще второй день всего на выходе. Давайте подойдем поближе, потому что это место, в общем, уникальное, как всегда. Сейчас мы прочитаем точное название, потому что вот эта галерея отходов, там из отходов что-то, из рециклированных товаров. Выставка будет с 17 по 30 апреля. Я иду медленно, вот видите, из-за меня все машины встали, я не могу ходить быстро, к сожалению. Поэтому здесь обычно они сигналят, но сегодня что-то меня решили пропустить. Видимо, настроение у всех упадническое. И по одежде, вот в метро я зашла, знаете, очень грустное настроение. Ну, в принципе, там всегда были такие бомжевидовые товарищи. Вот, смотрите, красота. Софийского собора. Это не Софийский собор, мы потом переименуем его. А сейчас мы просто подойдем поближе. Вообще внутри в церкви я очень много снимала в Турции. Так, Святой Николай, Святой Георгий. Вот, я очень много снимала в Турции. Там, конечно, закрыто. Поэтому мы вернемся. Просто сверху посмотрим чуть-чуть. Сделаю пару фото и потом с вами встретимся вновь.